Проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург завершится в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта Владимира Токарева. По результатам этой работы будет выбран оптимальный вариант прокладки трассы, а также способы интеграции ВСМ в транспортную систему Москвы и Санкт-Петербурга. Чиновник также добавил, что предварительная стоимость проекта оценивается в 1 триллион 700 миллиардов рублей.